Ухо, горло и нос теперь проверять удобнее и эффективнее. Многофункциональный комбайн для оториноларингологов появился в детской поликлинике номер один. В кабинете Лоры установили современное оборудование. На смену традиционному обследованию пальцами пришли маленькие камеры. Данный комбайн оборудован дополнительно, получается, фиброларингоскопом, как гибким, так и жестким отоскопом, соответственно, чтобы посмотреть более внимательно можно на мониторе, что происходит у нас в ушках, в носу, в гортане у детишек. Гибкий отоскоп, прибор, с помощью которого проводят осмотр, предназначен для детей школьного возраста. На профилактический медосмотр привела дочку Ирина Куликова. Отличный врач, все хорошо. Такое новое интересное оборудование, когда я сама видела то, что, ну, скажем так, творится у ребенка в ушах. Потому что, ну, нет воспаления, все прям здорово, очень видно, наглядно. Детское поликлиническое отделение номер один в составе Московского областного центра охраны материнства и детства рассчитано на 300 посещений в смену. Стоматологи, хирурги, кардиологи. Здесь работают 99 специалистов. В медицинское учреждение продолжит поступать современное оборудование. Все, что касается материальной базы, то понятно, что это задача и наша, и областного правительства оснастить всем необходимым оборудованием. Вот. До конца года здесь будет поставлено оборудование на порядка миллионов, более 170. Это 31 единица техники, из которых 24 уже установлены. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.